Всем привет, мои дорогие телезрители. Сегодня мы будем играть в PUBG. Так. Я давно не играла в PUBG, теперь сегодня буду играть. Давайте начнем. Видео про PUBG. Ну, там набрал очень много просмотров, и я буду снимать в PUBG. В следующем видео я сниму про GTA. Ну, я обещала сегодня заснять видео, как скачать бесплатно GTA San Andreas. Ну, в Vice City, там и в San Andreas тоже можно. Так. Давайте я одну катку сыграю и покажу. Не, давайте я в следующей серии покажу тогда. Да в этой... Ну, не знаю. Так, игроков в кабине 100 пока. Пока мы еще этот не начали. Тут еще боты с нами играют. Так, давайте где там... Вон... Не, сейчас прыгну. Короче, я прыгаю. Давайте вот сюда полетим. Так. Так. Разбитый самолет. Че? Это как вообще? А тут вообще вещи должны есть? Да, вон домик какой-то. Что за фигня? Я тут никогда разбитый самолет не видел. Это прикол. Ничего, друзья, на фигня. Вы, наверное, тоже в папке разбитый самолет не видели. Это прикол. Я даже ничего не делал, я ничего не скачивал. Просто разбитый самолет. Так, тогда давайте вот тут облутаюсь. Блин, я думал, хотя бы пистолет будет. Ладно, давайте побежим. Блин, на каких самолет тогда я летел? Ну да, ладно. Сейчас добегу. Ой, блин, тут пацан. Я в рукопашку. На, да. Мне кажется, тут боты играют, если их так легко убить. Не, ну реально боты, кажись. Это очень легко их убить. Тем более, где он тут вещи нашел? Ну да ладно. Не, это 100% бот был. Его так легко убить было. У него, блин, автоматы, а я в рукопашку. Не, это как вообще? Пишите в комменты, хотите, чтобы я заснял видео с другом или нет. Ну, с другим другом, а не с этим, которым. В моем видео, короче, поищите про PUBG Mobile. Там я с другом играл. У меня еще другой друг есть, который этот... Ну, короче, пишите комменты и все. Так. Ай, блин.
что я наблю. Да что такое? А, вон. Там, тут, наверное, что-то есть. Так, подбираем пистолет. Какая-то фигня. Так, прицел. Так. Что тут еще есть? Пишите в комменты, играть мне от первого лица или нет. Почему у меня в команде человека тоже нет? Давайте я немножко заключу. Вот так. Так, слышно? Нормально. Так. Сейчас уже почти пришел. Не, блин, как я реально его в рукопашку убил. Вот это прикол. Так. Короче, давайте я промотаю сейчас. Так, короче, мы продолжаем. Эту тачку уже нашел. Так. Сейчас доеду. Тут такая же тачка стоит. А я вот эту возьму, тут бензином больше. Ай, блин, расти. Ну да ладно, короче. Или там сохранить. Ну, мне пофиг. Все равно взорву, наверное. Так. Надеюсь, тут бензин. Надеюсь. Так. Аптечка. Так, это выкинем. Ай, чё я думаю, его гранату не подорву, под этот... Чё взять? А вот. Пишите в комменты, какие мне еще игры записывать. Такие я и буду записывать. Так, давайте отсюда поедем. Я что-то нашел. У меня этот трактор с этим сеном. Так. Ай, блин. Я сейчас... А, нет. Я думала, я из машины вылечу. И там на мотоцикле только, ну да ладно. В следующем видео я, наверное, тоже про папку буду снимать от первого лица. Или про GTA. Ну, не знаю, короче. Пишите в комментах, что вы хотите, больше папки или GTA. Что вам больше понравилось. О. Ой, блин, Айлон. Так. О, нифига себе. А патроны. А мне не надо. Ай, патроны просто. Так, эти тачки. А эти тачки. Бензин, наверное, больше. Так. Сейчас два еще человека осталось. Так. Ладно, на этом видео я закончу. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!